скорее! Бедного Боблика убили. Он пытался защитить свою семью? Ой, привет. Что, новый друг? Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. О, беде один, это Грис. Привет. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь, не надо! Фу, убирайся! Иди вон! Это беде один. Наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патоли? Нет, не знаю. О. И не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Грис. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев. Я так и знала. Ох, Кордова дуралей. Ты знала его? Да. Давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем о Богана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон.
На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас, у меня завалялся один. Используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его? Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще Энна говорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден Джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой. Эй, Грис, что это за штука? Что? Ты никогда раньше не видел террариум? Видел. Но разве там не должны быть растения? Ну, я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Thank you.
Просто дай знать, когда захочешь лететь. Цера, ты чувствуешь силу? Да. Но я не открываюсь, а подавляю ее. А ты должен делать все наоборот. Я тут вспомнил кое-что о себе, что было до истребления. Было больно, но часть меня будто вернулась. Не бойся. Ты учишься снова принимать силу. Как ты поняла? Я ведь знаю, каково это — жить без нее. Ладно, буду стараться. Беди один. Присмотри там за Кэллом. Нам пора? Класс! Я тут уже заскучал. Зефо, обожаю это место. Мне кажется, что когда все это закончится, настанет время остепениться. Встретить любовь, завести семью. Любовь? Ты? А что, думаешь, я не знаю, что такое любовь? Тогда давай просвети меня. Ну, слушай, это самое лучшее, но и самое трудное, что вообще есть. Для любви необходимо восхищение, преданность, влечение и уважение. Грис. Это очень проницательно. Да, что ж, это приходит с опытом. Нельзя же выглядеть так хорошо и не быть сердцеедом. Ну да. Так, мы на месте. Полезай в кресло. Там буря разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись, держись, держись! Безупречно! Гризи может, детка. Но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефа, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи. Я вижу, вы оба многое пережили. Это нелегко. Да, нелегко. Но я думаю о тех, кто когда-то в меня поверил. Если я отрекусь от себя, то и от них тоже. Уверена, у тебя есть свои примеры. Прав. Мой друг с браки. Он пожертвовал собой ради меня. Он верил в тебя. От тебя многие зависят, даже если они об этом пока не знают. Не сдавайся, Кэл. Ради Прауфа. Ради всех. Беди, ценный дроид. Кажется, ты и правда ему нравишься.
Кордова, наверное, очень любил дроидов, раз решил оставить такую важную информацию у BD-1. Я полагаю, он выбрал BD-1, потому что искал возможность хранить закодированные данные. Такой дроид-исследователь – подходящий инструмент. Но я уверена, что он непростой дроид. Пожалуйста, я пытаюсь собраться с мыслями. Отлично у нас получилось. Надеюсь, ты не пострадал. На что уставился? Ты с кем разговариваешь? Да с моим кораблем. Богомолом. Хорошее имя, да? Внушает страх. Ой, да что ты понимаешь? Ты, наверное, и кораблем-то не управлял. Может, однажды я тебя научу, когда закончишь с джедайскими штучками. Даже скидку сделаю. Отличная посадка, Грис. Ты мне? А, да, расплюнуть. Это легко для опытного пилота вроде меня. Особенно на корабле вроде этого. Такое не стыдно украсть. Не, я не украл. Я его купил. Ну, как бы, почти. Небольшой долг. Ну, то есть, большой. Ой, да ладно, все в порядке. У тебя там джедайских дел нет? Длинный парень. Путешествуете вдвоем с Церой? Ой, да, с ней не соскучишься. А что насчет тебя? Ты долго был один на браке? Я был не один. У меня были... Друзья? Сложно иметь друзей, если у тебя есть секреты. Не бери в голову. Дружбу переоценивают. Что он сказал? Он говорит, мы все ему друзья. А, ну это довольно мило. Все нормально? Все отлично. Наслаждаюсь тишиной и покоем. Не могу пробиться.
Осторожно, Биди. Вид у них недобрый. Молодец. Что это там? Кэл, ты меня слышишь? Имперцы. Они нашли Зефа. Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет. Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Видимо, заблокировано. Этой ветошью мать укутывала ребенка, чтобы согреть. Они от чего-то убегали. Можно и больше? Спасибо, Биди. Меня ранили.
Что это там? Спасибо. Ладно, я гляну. Меня ранили. Бери ее и уходите. Я отвлеку их. Астар, нет! Все ложь. Империи просто нужна была эта земля. Надеюсь, все подготовились. Берегись!